Наша школа – это храм науки, дом уюта, светлый огонек, добрые учительские руки, первый и последний наш звонок. Для всех присутствующих в зале школа долгие годы будет вторым домом. В календаре мелькают даты, одна чудеснее другой. Мы общей юностью богаты и забываем возраст свой. Одни, чтоб стать еще моложе, другие, чтоб постарше стать. А вместе, что всего дороже, о нашей школе рассказать. Дорогие гости, вам дарит свою песню Константинова Диана, песню «Учителя России». Самых достойных своих коллег.
Александровна, прошу, пройдите сюда. Веронику Александровну я хочу наградить благодарностью управлением образования. Уважаемая Вероника Александровна, примите слова искренней благодарности за успехи в области школьного образования, за высокий профессионализм, целеустремленность и кропотливый труд. Присущая вам работоспособность, нацеленность на достижение конечного результата, способность принимать решения, коммуникабельность, доброжелательность, терпение восхищают. Надеюсь, что ваш опыт и неугасимый огонь искренней преданности своему делу послужат дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в вашем сердце. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде. Для награждения приглашаются следующие учителя. Эпова Евдокия Евгеньевна, аплодисменты, пожалуйста. Христунова Наталья Петровна, Иванова Елена Александровна, Ерышева Татьяна Валерьевна, Кондратьева Ирина Викторовна. Перед сценой вставайте, пожалуйста. Токмакова Наталья Григорьевна, Дурхова Людмила Ивановна, Выходцева Марина Николаевна, Каренина Ольга Александровна, Фогина Наталья Павловна, Войтева Елена Владимировна, аплодисменты. Кондратьева Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы. Запова Ирина Витальевна, социальный педагог школы номер 2. Выходцева Ирина Анатольевна, библиотекарь школы номер 2. Вы со мной, наверное, согласны. За это честь и хвала второй школе, что вы,
Ну, подхватываете всех и всех ведете до логического конца, до завершения обучения в школе. Большое вам спасибо. Ну и еще мне было крайне неожиданно, но очень и очень приятно, что поздравили меня с моим личным праздником. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Наверное, кроме того, что я являюсь заведующей детского сада, я все-таки в первую очередь выпускница этой школы. 85-й год – это наш выпуск. В том году мы отметили 30 лет. Я хотела все-таки от нашего выпуска поздравить школу с такой датой, с 80-летием. Тебя мы, школа, с юбилеем поздравляем. Родные стены и родной порог ты двери всем в мир знаний открываешь. И от тебя отходит 100 дорог. Желаем, чтобы школьные звонки в сердцах и душах наших не смолкали. И в жизни, чтоб твои ученики уроков никогда не забывали. Вот уже 80 лет, из года в год, вторая школа с радостью встречает первых учеников и с грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно – любовь и преданность учителей выбранной профессии. Это великий дар – принимать и любить каждого своего ученика, отдавать ему частичку своего сердца. В вашем труде радость творчества, сила духа и способность сопереживать. От всей души разрешите пожелать школе дальнейшего процветания, высоких первых строчек в рейтинге школ, а всему коллективу крепкого здоровья, жизненных и творческих сил, благополучия, благодарных и талантливых учеников, понимающих родителей. Всего доброго! Для вас, уважаемые, хотела бы вручить подарок в школе. Приятно, а? Приятно. Четвертая фея.
злая и мрачным голосом проверещала. Ну ты вечно будешь проверять тетради. Твой рабочий день будет 8 часов до обеда и 8 часов после обеда. Все мысли твои будут о школе всегда, и ты никогда не успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно. Но, увы, уже поздно. Эта фея всегда является слишком поздно. И те учителя, которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, никогда не изменят этой прекрасной профессии. И даже находясь на заслуженном отдыхе, педагоги никогда не забывают родную школу. В нашей школе работают наши выпускники-педагоги, и их немало. 18 человек. Семенова Татьяна Анатольевна. Скажите, пожалуйста, поприветствуем. Это Безгородова Ольга Семеновна. Шепунова Татьяна Геннадьевна. Это Кондратьева Ирина Викторовна. Корытова Лидия Петровна. Я не знаю.
Зажечь свечу веры предоставляется директору школы Домошонкиной Веронике Александровне. И со сделанным заданием, и с улыбкой на лице. Чтобы были все друзьями, чтоб во время перемен не решали кулаками существо своих проблем. И еще здоровья детям, свежих сил учителям, в школе нашей долголетия, счастья и успехов нам. Дорогие гости, для вас звучит стихотворение в исполнении Дубровского Владислава «Альма-Матер». Дорогая Альма-Матер, супершкола, знаний край, с юбилейной своей датой поздравления принимай. Сотрясай твои стены, пусть детишек звонкий смех, подтверждая неизменный в тяге к знаниям успех. И не сходят пусть улыбки с добрых лиц учителей, ведь помарки и ошибки лишь в тетрадках у детей. А в сердцах свет вечных истин, настоящими людьми с твоего крылечка, в жизнь им предстоит сойти самим. Так побольше медалистов, разных творческих побед, будь уютной, светлой, чистой, школа наша сотни лет. Спасибо.
В честь юбилейной даты в адрес школы пришло очень много поздравительных телеграмм. Но все, конечно же, мы не можем зачитать, но хочется особо зачитать три. Это пришли поздравления с Томска от наших выпускников, братьев Троян Павла Ефимовича и Троян Олега Ефимовича. Послушайте, пожалуйста, они просили, чтобы мы зачитали на юбилейном вечере. Педагогический коллектив школы отличает высокий профессионализм, творческий подход к работе, нестандартные методики обучения. Из года в год учителя школы передают свои знания и опыт ученикам, служат примеры высокой нравственности, честного и добросовестного отношения к делу. Хочется вспомнить замечательных учителей, которые вкладывали в нас не только знания, но и душу. Это Орехов Василий Николаевич, наш директор, учитель математики, Вичкаева Алла Викторовна, Шатохина Нина Степановна, Семенова Татьяна Анатольевна, Федосеева Евгения Николаевна, Павлова Любовь Николаевна, Верхотурова Клавдия Павловна и многие другие. Гордимся тем, что и многие другие выпускники школы получили хорошее базовое образование и после окончания школы поступили на конкурсной основе в высшее учебное заведение. Следует отметить, что в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники поступил не один десяток выпускников школы номер 2 и успешно его окончили, которые после окончания работают в различных областях профильного вуза, в престижных компаниях города Томска, России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Уважаемые педагоги, примите слова искренней благодарности за ежедневный титанический труд. Убеждены, что ваш бесценный жизненный опыт и знания будут служить развитию системы образования в школе не только Забайкальского края, но и на благо всей России. С уважением, братья Троян Павел Ефимович, 1955 года выпуска, и Троян Олег Ефимович, 1985 года выпуска. Это одно из поздравлений. Следующее поздравление представил наш коллега Нерсесян Эдуард Арутюнович, который работает сейчас в городе Москве. И он пожелал нам краткую поздравительную телеграмму, следующие слова. Желаю школе благополучия, новых достижений, быть лучше в Чернышевске, какой она была, всем учителям и директору здоровья и терпения, а ученикам уважения, уважения учителям. И последнее. Пришло от нашей коллеги Юлии Витальевны Семенова, которая проживает в городе Москва. И она нынче явилась учителем года и заняла первое место в Москве. Вторая школа, ты особенная, чудная, мудрая, вечная. Живи и процветай. Успехов и благополучия вам, любимые коллеги и ученики. Мне дорого осознать то, что где-то есть маленький уголок добра и света. Этим добрым светом я и живу сейчас. Вот такие вот поздравления. Если она не будет неполной, если уважаемые выпускники встретятся со своими первыми учителями и классными руководителями. Ну а сейчас у нас остался... Так, ну здесь неплановое слово Веронике Александровне еще. Уважаемые гости, сегодня хочется поприветствовать, к нам пришли на наш юбилей наши бывшие коллеги. Даже вот приехала к нам Наталья Валентиновна из Читы. Выходите сюда, я хочу, чтобы на вас все посмотрели. Кучелёв Сергей Константинович, это тоже наш коллега. Калашникова Ирина Юрьевна, выходите сюда. Иванов Борис Алексеевич, я им большое спасибо. Мы очень вам признательны, что вы работали в нашем коллективе. Это наши выходцы, можно сказать. Пару слов, так сказать, бывших учителей. Так распорядилась судьба, что мы ушли из данной школы. Хочу поздравить с юбилеем моих коллег, ветеранов, гостей, учащихся данной школы. Большой даты. Хочу пожелать успехов
главной работе. Здоровья, семейного счастья и хороших учеников. Спасибо. Поздравляем. Хочу сказать, что я очень горд, что я начинал работать здесь. Мы были молодые, все почти одного возраста. Задорные, было огромное желание трудиться. И очень рад, что на сегодняшний день наша школа, вторая, родная, так достойно выглядит. Большое вам спасибо. У школы сегодня юбилей, и мы, и лично я присоединяюсь ко всем тем приятным словам, которые были сказаны в адрес школы, в адрес педагогов. Хочется пожелать всем здоровья, терпения, как гласит восточная мудрость, праздный ум – находка дьявола. Так вот я хотела бы пожелать своим коллегам, чтобы они занимали умы всех учащихся, всех учеников, чтобы они туда вкладывали только все полезное, только все позитивное, только все научное. Ну а школе хочется пожелать, чтобы она процветала. И коли у нас присутствует здесь руководитель, хочется пожелать, чтобы у школы было достойное финансирование. Вперед к юбилею, к сотому юбилею школы. Ура! Хочется сказать слова благодарности школе номер 2. И с гордостью можно сказать, что школа явилась хорошим плацдармом для всей будущей жизни. И каждый, кто работал в этой школе, вынес из стен этого здания большое чувство гордости, чувство, наверное, благодарности этому заведению. Вот сегодня очень-очень много говорили о тех людях, которых сегодня нет. И поэтому я еще раз хочу сказать огромное большое спасибо всем тем, кто научил нас жить, работать. И пожелать сегодня, чтобы школа оставалась такой же доброй, такой же светлой, такой же теплой. И всем учителям терпение, еще раз терпение и низкий поклон до земли вас, что вы на сегодняшний день не сломались, не убежали, а несете с гордостью свой тяжелый учительский крест. Присоединяюсь к первоначально сказанному. Немножечко добавлю, что более 20 лет прошло у меня с этой школой, то есть я сначала выпускалась в этой школе, хотя не в этом здании. В этом здании я только работала, трудилась, белили мы усиленно все кабинеты. Потом я работала здесь 10 лет, учились у меня здесь дети, обе дочери. Поэтому и вот сегодня, придя в школу, здесь столько вот родных лиц я встретила, потому что это самый родной мой коллектив первый, когда я таким еще желторотым цыпленком пришла после института сюда, ничего не умев и ничего не знав, и брала именно вот умения и навыки все от учителей, которые работали ранее. И сегодня вот одни знакомые родные лица, которым я желаю одних взлетов без падений, творческих успехов и, наверное, хороших, послушных учеников. Слово предоставляется директору художественной школы Карелиной Татьяне Александровне. Ждала, долго ждала. На входе записалась, говорю, слово не даю, сама думаю, выйду. Уважаемые коллеги, вот видите, как хорошо все. Уважаемые обучающиеся школы номер 2, выпускники, поздравляю вас с юбилеем. Праздничный день, пусть звучат поздравления, которые уже прозвучали. 8 десятков солидный багаж опыта, поиска и вдохновения, важных свершений, заслуженный стаж. Хотелось бы пожелать вам радостной жизни, доброты, здоровья, тепла, хороших и умных учеников, понимающих и добрых родителей, щедрых и богатых учредителей,
И всего-всего вам хорошего. Кто не сдается, идет к нужной цели. Тот остается всегда молодой. Будьте всегда молодыми, задорными, счастливыми. Спасибо вам за дружбу. Одна мечта уже сбылась, и чудо-школа родилась. Школа-мечта, корабль знаний. В просторах сети интернет она плывет, прекрасные зная, и дарит детям знаний свет. До свидания, друзья. На этом торжественная часть. Разрешите считать закрытой. Всех приглашаем на банкет. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания.